Кто есть? Дайте голос свой. Кто слышит? Я есть, да, здесь. Ну, все, мы идем дальше. Хорошо. Тогда будьте внимательны, микрофон можете отключить, чтобы он не мешал, и слушать. Итак, называется номер 523. Вот понимаете, опять у меня тут ошибочка. Не 523, а 524. События дня. Эпиграф Лука 16:31. Если бы кто из мертвых воскрес, не поверит. Так, это у нас за 18 мая 2017 года, а сегодня 19, за прошлый день. Вот. Что тут у меня есть? На нашем православном библейском сайте «Во свете Библии» есть статья о торговле. Вот. Божий храм и торговля несовместимые. Потому что мне один священник говорит, я книгу издал о торговле. Вы не посмотрите, не ответите ли? Это я ему отвечаю. Страница 294. Я говорю, а я уже ответил. Мне раньше ваши книжки сказали. Она небольшая, там страниц 80. Ну, о торговле. Я говорю, вот мой материал-то тоже можете взять. У меня спрашивают иногда. Вот сейчас с Украины запрос сделала организация, чтобы мои книги там переиздавать. Ну, я говорю, переиздавайте. Я им дал все эти гранки, с чего брать в оригинале. Пейдж-меркеры. Но если можно, я говорю, я попросил бы вас, это мой труд, я могу ставить какие-то маленькие условия. 10% книг вы чтобы бесплатно раздали там. Вы издаете, допустим, 10 тысяч экземпляров. Ну и 10% отдайте бесплатно, во славу Божию, не мне. А мне книг там хотя бы 50 там, пришлете как автору. Это мой труд. Я на это потратил 30 тысяч часов за компьютером и 50 лет собирал себе материалы эти. Ну, вы нашли, я даю вам. Если, и то я прошу только, если можете, а нет, значит нет. Но мне хочется друзьям подарить, как вы переиздадите. Если у меня иллюстрированные книги, в каждой книге 64 страницы цветных фотографий, но там-то нет в интернетной версии, я вам все фотографии даю. Вот, ну ведь я говорю, что у меня роликов только 7200, а фотографии в моем мире 18 тысяч с чем-то. Ну понятно, что это не чужие, а свои. У нас разнообразная деятельность, деревню с нуля строим. Я начальник детского лагеря без помощи государства 45 лет. 45 лет-то никто же не работает нигде, 45 лет, да стаж такой не требуется. Ну кто-то и работает. Но это с чужими детьми заниматься. Что нужно делать? Узнать, собрать. Чтобы у тебя было место, куда собрать. Спрятаться от непогоды. Готовить. Питание. Сохранить. Чтобы было интересно, весело. Дети, чтобы отдохнули. Учить божественному. Да понимаешь, сколько всего. И кто понимает, говорит, я попробовал одну неделю. Там 5 ребятишек было, я с ума, говорит, сошел с ними. В разные стороны разбегаются. А мы за 45 лет ни одного повреждения, ни одного отравления, ни одной потери. А у них то в Азовском море утонут, то на Ладоге. В прошлом году, кажется, 14 человек ребятишек утонуло. Я хорошо эти истории-то знаю-то. А к нам приезжают разные люди. Вот приехала, прилетела из Лондона директор Кестонского института Ксения Деннон. Ей сопроводительного дали из Останкино в Москве. Там, где это идет радиовещание. И зачем прилетела к нам, Потеряевку, а у нас главная песня у лагеря. «Лагерь стан в степи на навозной куче, что может быть круче?» Дети поют. И она побыла здесь и хорошую статью написала. Вы можете найти. Там, кажется, в степях, слово «в степях» есть Ксения Деннон. По-русски зарядить в Гугле или в Яндексе. Она говорит, мне половину не рассказали, когда я приехала. Но она и книги повезла, там подарили. Ну, хороший человек. Зачем бы они лехали? Привет, профессора психологии приезжают, сидят, учатся. И говорят, а где вы это все учились? Я говорю, где я учился? У всего мира. Ну, вот понимаете, у вас такие необыкновенные вот данные. Наркоман, ребенок приезжает в течение месяца, он вообще забывает про наркотики. Он такой злобный был, там сестренку задалбливал. А теперь родители приезжают, он кидается на шею, целует. Они глядят, да, Валерка, что с тобой такое? Он сказать не может. Мама! И тут никогда не молился, молится. А как вы могли ключик найти? Понятия не имею. Ребенка привезли, он заблокированный, он не разговаривает. Почему? Отец убил мать на его глазах. На его глазах.
и ушел, и он закрытый сидел с матерью суток трое у трупа ее. А у нас он разблокировался. Представьте эту ситуацию, без слез нельзя говорить. А как вы это сделали? Никак, мы просто живем и все. И профессор психологии одна была, и она говорит, в лагере очень строгая дисциплина, но главный движитель лагеря, тире с большой буквы, любовь. Любовь, а мы даже это слово не произносим. Идет богослужение, каждый день чтение, святая вода, просфоры. Любовь, вот и все. Послушание, строгое наказание каждому, кто обзывается или там заматерится, не говоря. Я из них вытрясу это все. Родители расписываются, что дают согласие на физическое наказание. Так вас за это прокуратура приведет. Слава Иисусу Христу! Не надо ничего. Меня проверяют, как жив-здоров тут нет. И вот так. Надо знать, о чем ты говоришь. Как это идет. Дальше. Но я пишу ему, но торговлю не убрать из дома Божия. И этот священник фотографию прислал. ВКонтакте я не бываю, а модераторы мне перебросили на мой форум. И он сидит с матушкой и двух ребятишек. Она держит ребенка, и он держит, который у него на руках постарше маленько, но глаза, видно, такие острые. Видно, что умный пацаненок. Ну, пусть он, батюшка, не обидится, что он так и есть пацаненок-то. И батюшка молодой, но если я до 30 лет, он не имеет права служить. Я не стал спрашивать, чтобы... Ну, он где-то Северодвинске служит. И я даже не спросил, он на скайп вчера... Хотел, вызывал меня, я сказал, не могу. Через полтора часа получилось тут отъезд, гость, и я не вышел на связь, а он уже отошел, закрыто было. Почему именно его интересует мое мнение, мне тоже непонятно. Вот, почему? Есть же профессора, знатоки, никак. Мне присылает книга, хорошая книга, в твердом переплете «Митрополит». Присылает книга, у него вышла его проповедей, чтобы я рецензию дал. Ну, а я-то какой рецензор-то? У меня нет образования, говорю. Ой, нет, дайте рецензию на мою книгу. Я говорю, ну, тогда держись. Я ее уже прочитал, книгу, и скажу вам, у вас недостатки вот такие вот. Небольшие, но есть. И вот они... Он говорит, как же я не заметил это? В следующий раз я переиздам. Все замечания принимают люди. Если не принимают, ну, больше я разговаривать не буду. Я не свои замечания делаю. На основании Слова Божия. Вот и весь талант. Талант от Бога. Он есть или нет? Вот я говорил как о художнике. С книгой вашей, я им пишу ему, его, кажется, Сергий звать, ознакомлен был раньше еще. Хорошая мысль. Но претворить в жизнь не удастся. Так все и замрет. Он говорит, как, что делать? И вам не удастся. И вас задолбят священники. Обязательно будете торговать и свечками, и... за крещение брать, там, назовете это не плата, а жертва добровольная, 2000 рублей. Ну, какая-то жертва, когда ты назначаешь жертву, это есть или нет. Ну, то есть обманщики, попы-обманщики здесь. Вот, машину освещает, представь, такой лимузин, 1-1.5% от стоимости машины. Ну, а она стоит больше миллиона, может. Ну, и какой процент? Ты же думай маленько. Патриарх Алексей II сильно за это их щунял, то есть упрекал. Ну, нельзя так на одного мамону работать. Это невозможно Богу и мамоне. Я далее пишу. Люди склонны недооценивать силу, противоборствующую истине. Проникновение всепоглощающей тьмы, невежества и рутинной привычки. Важность борьбы со столь опытным врагом и могущественным во всех сферах жизни с мамоной. Это я ему пишу вчера письмо. События дня, что у меня было, я пишу. И далее привожу место писания. Лука 16:13. «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного он будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Ну, мамоне – это богатство означает. «Не можете». Дух Святой изрек приговор всем потугам совместить несовместимое. Не можете, не можете, не можете, восклицательный знак. Но служители алтаря, да и прочие разные утверждают, что могут. И притом весьма даже успешно могут. Ну понятно, кому предпочтение-то отдается. Дальше пишу, но в силе остается сказанное Христом. Не можете, где торговля в храме, туда еще не приходил Христос Иисус с бичом.
где святая десятина, платят со всех доходов, там нет нужды ходить с тарелкой. Там нет нужды вообще мамону впускать в храм. Вот мой ответ. Я ему послал это, а может быть, ему теперь и выходить на меня уже незачем будет. И вот говорят, ну как-то надо вот угождать там это не человека, чтобы не огневать. Я пишу, попытка удержаться на той позиции, чтобы всем понравиться, еще никогда и никого не привела к одобрению от Бога. Лука 6:26. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Горе, ибо так поступали со лжепророками отцы их. И если есть страх Божий, спасительный, у отвечающего на вопросы, то он даже не помыслит кому-то угождать, искать одобрение с вопросников. Христос сказал, Иоанна 5:44, «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которую от единого Бога не ищете? Как вы можете веровать? Это невозможно!» И если обещано, чтобы помнили, что за все слова отвечать придется на страшном суде Божием, то разве язык повернется налево во рту, чтобы ссылаться на порочные опыты людей, нарушающих заповеди, указания Божии и попирать святые иконы, оберегающие эти самые заповеди владыки? Как говорит святой Иоанн Златоусый таким хитрецам, «Я тебе привожу слова владыки неба и земли, а ты мне указываешь чужие грехи». Это не один к одному. Это говорит Иоанн Златоуст. Далее я показываю сейчас свои ресурсы. Оно отобразится здесь, у нас запись идет. Ресурсы такие. «Мой мир» – это самое любимое у меня. Никакие контакты, там в Фейсбуке, Твиттере, даже все вместе с сотой долей не стоят. Это «Мой мир», Mail.ru. А какой он был хороший. Видимо, вышестоящие заставили сломать его. И даже такой ломаный, и он хороший. Все на виду. Вот у меня тут все фотографии, в любой момент. А там ты не можешь. Тут плейлисты открывай, закладывай в какую папку. И одновременно можно рассылать. Здесь в Одноклассниках ты с одним можешь говорить. А здесь одновременно я могу посылать, мог посылать 12 фотографий 10 тысячам человек. 4 переключения и 10 тысяч получают. Где еще такая система? У меня все есть. И Твиттер, и Фейсбук, и живой журнал. Но свои, конкретно на чем я участвую, это наш сайт православный библейский, и форум, и свой видеоканал. Вот 4, сказать, здесь у меня есть страницы, или как назвать, ресурсы, на которых я работаю. И вот я показываю мой мир. В моем мире у меня здесь 5969 роликов. Моих, не чужих. Понимаете, это их ролики бывают по 1,5 часа, бывает меньше. И дальше 18758 фотографий. Они, любую могу сразу открыть. Нигде больше этого нет. Мой мир. И тут же одновременно почта. И тут же приклеить можно файлы, посылать файлами. Вообще. А раньше можно было на 10 тысяч человек послать текст в 5 тысяч знаков. Невозможно просто. И все это убрали. Сейчас только там совсем немножко что-то можно, потому что всякие пакости стали там писать и про президента, и рассылать везде, и все это отняли. Но это из-за пакостников. Нас никто не трогает. И притом тут подарки ты делаешь, они остаются. И ты выставляешь, это твоя страница, но одновременно выставляется на общей. Вот у меня в друзьях здесь 4459, а было 10 тысяч почти. Там бывает кто-то очки наденет темные, я их сразу выбрасываю, я их предупреждаю. А бывает заменит себя то машина, то икона. Это я расстаюсь сразу. Зачем он? Аватар там какой-то, тоже расстаюсь. Ник, не признаю, все ложь. Открыто. Открыто, и все, ты назовись, чей ты находишься, Саулов ты или Давыдов, фамилии-то такие есть, Протопопов ты или Дьяволов, или есть граф Блудов был, Блудов, вот, и Собакины есть фамилии. Второй у меня это ленточный форум, я его показываю здесь, большой форум, очень и очень профессионально составлен. Я искал другие форумы, смотрел, ничего подобного не видел.
1600 тем. Темы. Любую можно найти сразу. Подпункты разные, разбиты, общий поиск. Зарядил, рамочка выскочила, ты написал, допустим, Брежнев. И дальше идет Брежнев, про него фильмы, и как его правление, его труды. Все, патриарх. Там сразу кто? Варфоломей, Тихон, патриарх Кирилл. Все, какая КГБ-овская кличка у него, Михайлов. У патриарха Алексея была КГБ-овская кличка, Дроздов. И там его выступление в храме, литургию ведет. Все, то есть ничего не скрыто. И таких тем 1600. И в любую тему ты можешь зарегистрироваться и писать. Наш форум так и называется. Православный форум Игнатия Лапкина «Во свете Библии». «Во свете Библии». Всех приглашаем. Дальше у нас третий ресурс. Это православный видеоканал «Во свете Библии». Открытым оком. Это очень большой ресурс. Очень большой. У меня подписчиков 6975, просмотров 6 633 699. Вот видите, это у нас перевела система в СМИ. То есть это уже я нахожусь в системе средств массовой информации и должен придерживаться их правил. Ну, замечаний ни одного нету. Бог хранит нас, пока Господь, мы молимся. И ну и здесь у меня 7200, почти 200 там роликов, видеороликов. То есть самые разнообразные. Ежедневно выставляем от 5 до 9 роликов. Ежедневно. А откуда столько? Работаем. Работаем в разных местах. Свои, говорится, корреспонденты, свои режиссеры снимают. И другие помогают. Другие. Вот сейчас зашел один человек. Артур звать его. Артур Алехин. Я его не знал, москвич. И он зашел в наши ресурсы и начинает, пишет, Игнатий Лапкин, секта. Секта Игла. Ну, это очередной, думаю, какой-то. Да, я посмотрю. А он нет, он это название взял и говорит, какая секта, вы сами посмотрите. И выбирает кадриками, отдельными фотографиями, вставляет и показывает. Потом он занялся, Никита у нас тут такой есть, Потеряевки с Украины, парень. И он об нем что было, где, и все, и говорит, и не нападает, а именно расшифровывает и открывает. Я посмотрел, ты смотри какой. А потом он занялся Роман. А Роман верит, что Земля плоская, там, ну, прочее такое, странность. Он все это разбирает и показывает, как небо, купол, лед, а там вода, Бог пробку вынимает, вода течет. Ну, то есть он что говорит, он реально, что Земля на столбах, он показывает, Земля на столбах и трясет ее Бог, землетрясение. Ну, да, обращается к ученым и где-то, но Роман, похоже, обиделся. И этот Алехин-то Артур мне и пишет. Он обиделся, я закрыл. Вижу, нету этого ролика. Я пишу, нехорошо. Такой хороший ролик. И выставьте, нет. Он говорит, обиделся. Я говорю, тогда подари его мне, этот ролик. Выставь его, я его сейчас скачаю, под замок поставьте, а потом убирайте. Он говорит, хорошо, он мне его отдал, я его выставил. Но у него стоял там, кажется, 50 или 70 посещений. А он поставил несколько дней, сейчас 1300. И хороший ролик. А теперь он уже над ним не властен. И после этого сейчас составил один, про меня уже он составил опять. Четвертый ролик-то. Ну, он взял только от того, что меня говорят, так он в заключении был, зэк, кого вы слушаете, он уголовник, жулик на меня. Он говорит, вы говорите, так вот маленько, знакомьтесь с биографией человека. Смотрите, статья какая? Статья 190 прим. Статья какая? Государственная. Это за веру сажали-то. И это стоит сейчас, это, ну, недалеко от самого начала у нас. И я на этот ролик, под роликом, сделал 30 комментариев из книги «Для Слова Божия нет». Тут большие комментарии, где обо мне говорят там священники, епископы, печати разные там, про лагерь, и все, 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 из книги из этой взятые. И везде написано, откуда взята газета, какой номер. Допустим, российская газета, российская, это учредитель правительства Российской Федерации, правительство, путинская газета. На развороте статья о нас пишет, но чего-то стоит фильмы о нас. Занявшая первое место на международном киноконкурсе, второй фильм первое место в России взял. Ну, это конкретно, просто под моим именем она, «Златоуст с Потеряевки». Вот. И все это выставлено. Это он все смотрит. Ну, не я же это делаю это. Это чужой язык показывает. Все. И он отошел и, похоже, опять занимается, что-то делает. Выходит. Новый человек, знать не знаем.
И поэтому у нас коллектив большой. В прошлый раз было 12 человек, сейчас уже, наверное, 14. Люди присоединяются и регулярно работают. Нашли материалы. Мой брат снимал когда-то, такие были съемочные аппараты, ленточка там крутилась. Ну, это там лет, может быть, 30 назад, больше. Примерно так. И эти племянник нашел. Это там поехал к жене его, ну, к моей своященице-то. И это все оцифровал, и я уже выставил. Видите, сколько людей. И он, это не так просто, а там все уже отлетало, и, ну, качество-то желает лучшего. Черно-белое, конечно, звука нет никакого. В домашних условиях аппарат снимать. Кинокамера крутится, когда там и не военные камеры, там им цены нет, а именно такая ленточка не узкая там, 5 миллиметров, и снимает. Ну, у кого это было? Нам Господь, там мои родители, братья, сестры, которых уже в живых нету. Я сейчас даже не знаю, сейчас скажу, сколько это лет назад было. Так, 30, 40, да почти 50 лет, не 30. Представьте, из той давности, и это все увидеть, деревни, которой нету, теперь она по-новому строится, и людей этих нету. И мы все это выставили. Я считаю, что здесь помог и брат Самуил, старший брат, который снимал. Его даже нету. А племянник узнал, Василий, из Киргизии, Бишкек там, Фрунзе называлось. И он все сделал, мне скинул. Скинул, я поставил. Ну, это незначительно. Таких роликов-то не больше 10. Ну, тоже я его перебрал, он много там выставил, а из них я выбрал там по секундам. 3 секунды, вот это там хорошее можно вставить, а остальное там выпивает, там мне зачем это нужно. Так, это тут уже режиссеру-то пришлось мне делать. А он тот опять выбрал, вырезал и готовый опять скинул. Видите, как все делается. Этих помощников Бог дает. И притом, ну, люди совершенно незнакомые и подкидывают материалы. И поэтому так много у нас, ну, разных. То занятия идут по Библии, 3 занятия, утренние молитвы, вот эта добавка, события дня, это все ролики. И что еще дальше у нас? Это во свете Библии. Это большой православный сайт. Я считаю так, потому что это мой сайт, называется «Во свете Библии», что такого сайта нету в мировой сети, в интернете нету. Но почему вы так говорите? Там начинают, там вы хвалитесь. Я хвалюсь Господом. Это невозможно. Почему? Те годы, когда вы спали там, мне Господь позволил кое-что делать, за что меня садили. Тут в аудио «Архипелаг ГУЛАГ» и 50 книг. Это Библия моим голосом насчитана. 12 томов Златоуста, 12 томов «Жития святых», 5 томов «Добротолюбие», Иоанн Кронштадтский, Серафим Саровский, другие святые отцы. 50 книг здесь помещено на нашем сайте в аудио, как я беседую с Александром Менем, или он со мной там, как сказать, у него там были. И все здесь стоит, аудио, тогда видео не было. А потом дальше видео и проповеди. Стихи все мои, книги все мои здесь находятся, фильмы все о нас, это все на сайте. Но самое-самое ценное здесь, как только откроешь, ну просто зарядите в Google «Во свете Библии», сайт Игнатий Лапкин, ну сразу выкинет на этот. И здесь 4124 ответа я даю. Ответы. Я одновременно вел занятия в 5 университетах, в 10 школ, техникумах, 5 отделов милиции, городской и краевой ОВД, все воинские части, заводы, фабрики, конца нету края. Какое поприще было открыто, и вот здесь я давал ответы. 4124. Иные ответы большие, там книг 5-6 еще я за собой тащу, показываю. Это вот, и они разбиты на 55 папок тем. Это что? Грех, деньги, евреи, это отдельно, ереси, женщины, жития, об интернете, канонизация, коммунизм, это название папок, крещение, Лапкин книги, литература, искусство, молитва, монашество, мощи, мусульманство, вот евреи. Евреи только, тема евреев, это 176 вопросов. Это задают мне в университетах, там, в школах. Тем более я одновременно вел 3 радиопрограммы. По эфирному времени занимал 1 место в крае. Это Бог делает. Притом нигде копейки не платил. А все, да он закупил на американские доллары. Да где-то хватит. О нем фильмы снимают. Ну, в 4 фильмах участник и такое место заняли. Это нельзя. Что место снять-то можно. Вот здесь погиб у нас губернатор в автокатастрофе. Вот, и мэр.
Ну, решили о губернаторе снять. Там они сбор денег собирали. Евдокимов Михаил Сергеевич. Сняли фильм. Режиссер там был, все. Какое значение? Да и про него никто не знает. Никакого. Он никакого. Ну, поет он где-то там, едет с друзьями. Больше ничего нет. А о нас фильм сняли, детский лагерь. Первое место на международном киноконкурсе Югославии. Документальный фильм о православии. Второе, это Златоуст из Потеряевки. Потеряевка – это село, которое строим, а Златоуст – это меня прозвали так. Никакой не Златоуст. Но он занял первое место в России. Мы назвали «Искорка возрождающейся России». И вот если я отвечаю о мусульманах, это что означает? Я насчитал, здесь же у меня прочитал Коран. Я его разбираю, не насчитал, а разбираю по сурам и аятам весь Коран. Это 18-й том. И мне каждая книга 752 страницы. Это книги, тома, фолианты. И каждый аят, каждую суру в сравнении с Библией. Нет такого в мировой литературе. Нету, никто никогда не... Я не нападаю, просто сравниваю, показываю. Какая... И что о мусульманах было сказано за 1300 лет. Ими сказано и о них. Нет такой литературы, вообще нету. Один пишет, я, говорит, диссертацию защищаю по вашим книгам, там взял материалы, я их открыто выставил. Евреи. Об евреях, и притом мусульмане, у них флаг зеленый всегда, и у меня книга зеленого цвета. Все книги разного цвета. Евреи, об евреях, они любят золото, книга золотого цвета. Они любят, все любят, ну а больше-то они любят. Все подгребают под себя, вот. И три тома, посвященные евреям, разбирается Талмуд. Талмуд это не книга, это 12 книг. Люди даже не знают, какой вавилонский там вариант, какой иерусалимский. Я отвечаю на вопросы еврейские от евреев, которые сидят тут у меня в аудитории, понимаете, в университете. Ну, а против будут? Против будут, но доказать ничего не смогут. И не нравится, вот как сказать нужно будет, не нравится. Какие поэты, политики, что сказали? А им не нравится это. Но я сказал, что сказал Мартин Лютер, что сказал Иоанн Златоуст, а ему не нравится, что сказал Солженицын, что сказал Достоевский об евреях. Причем тут я просто беру материалы, называю том, издание, когда открыто в советское время издавали и сейчас. А вы юдофоб? Нет. А другие, когда видят, что я об евреях говорю положительно, никогда не проклинаете. А вы вроде продались евреям-то. Ну, противоположно. Одни говорят, жена ненавистник, жен ненавидит, а другие подкаблучник. Ну, это я говорю разные варианты. Дайте середину мне. Середина. Середина – это по слову Божию. Я ни то, ни другое. Это просто к примеру говорю. И вот сейчас к этой теме, которая у нас идет, я добавляю из каких-то папок. Ну, а в данном случае о русском языке идет. О русском языке. И я сейчас вопрос оттуда буду вынимать из папочки и отвечать. Потому что время уходит немножко хотя бы. Вот один вопрос. Вопрос 2401. Из 10-го тома «Открытым оком». Все книги у меня «Открытым оком», и все разного цвета, по 752 страницы. И у меня вышло 30 томов в бумажном варианте, и 3 тома еще в интернетной версии. И я вдруг раз, прекратил, и больше не пишу ни стихи, ничего, уже года 3. Ни одной буквы не пишу. Умею кончить, а не так, что скрипеть там на маразме. Если я говорил проповеди, 4 проповеди в храмах, вдруг отрезал, ни одной нету. Говорю только в других городах, вот в Лиссабоне был, в Москве, в Тбилиси, в Америке, там просят люди, просят архиереи, тогда я скажу проповедь. И проповедей вот у меня здесь 1300 только помещено, а их там, может быть, 4000 было. Каждая проповедь 25-30 минут, и они напечатаны в книгах. Это не мое, я сразу отрубил, ни одной проповеди больше не говорю, не говорю. То есть отвел все. У меня интересно, служил на флоте МФ. Морфлот, морфлот. И сейчас остался МФ. Молитва и форум. МФ. И говорят, нельзя здесь собрать сказанное с защитниками церковно-славянского языка и приверженцев великорусского языка при богослужении, чтобы человек мог самостоятельно прийти к нужным выводам. Ну вот вопрос-то хороший. Это может задать только человек, который действительно знает, что он задает вопрос, о чем задает вопрос. Оказывается, я уже эту тему распаковал. Что-то не найду, где она. Делегаты съезда тут говорили. Вот.
Что она говорит? Допустим так. Священник Елабужский говорит на соборе православном при патриархе Тихоне, кавычки открыты, перевод богослужебных книг на русский язык необходим в силу нелепости славянского текста, ввиду изменения в течение веков смысла некоторых слов славянского языка. На непонятность славянского языка более жалуется интеллигенция, потому что они привыкли всегда относиться сознательно к делу. Ничем не доказано, что апостолы и Христос молились на древнееврейском языке. Знакомство писателей со славянским языком объясняется их привычкой к этому языку и знанием его. Настроение Пещерского Патерика, название книги, не может соответствовать современному быту, и нельзя считать русский язык недостаточным для выражения мыслей и чаяния церковного человека. На Подольском и Перихальном съезде говорили, кавычки открыты, «Съезд признает, что церковь должна иметь характер народный, национальный. Служба на славянском языке не благоприятствует подъему религиозного чувства. Съезд постановил вести проповедь и читать Евангелие на родном украинском языке, объясняя народу великое знание для народа его материнского языка». Это я все материалы беру. Материалы-то какие? Их не найдешь ты нигде. Дальше. Протоиерей Усть-Инский, город Новгород, прислал на имя оберпрокурора Карташова А.В. тезисы для обновления быта религиозной стороны жизни. И тезис гласит так. Первое. Необходимо без всякого промедления ввести русскую стихотворную речь в богослужение и в проповедь. Почему бы иногда вместо чтения кафизмы шестопсалмы не пропеть положенную на ноты оду «Бог» Державина Гавриила? А, почему? Или что-либо подобное? Ведь у нас есть масса религиозных стихотворений. Возьми молитву чудную, твержу я наизусть у Лермонтова, Пушкина, пророк. И все они гибнут без всякого употребления. Или Надсона, друг мой, брат мой, а сектанты их подобрали и поют. По-настоящему следовало бы, как только у нас на Руси появится тонический стих, сейчас же первые опыты тонического стихосложения принести в дар Господу Богу, включив их в состав богослужения. Тезис пятый. Предоставить епископам право сочинять новые литургии, где русское религиозное вдохновение, непонятно вопрос, нужно создать что-нибудь свое русское, создать новое, захватывающее душу и сердце чины литургические. Ну, я тут не властен, но говорил на эту тему. Вот празднует Покров 14 октября, Покров Божьей Матери. А в народе-то ничего не знать. Покров – это земля снегом покроется. Молодая молится, молитву им составили, молится невеста. Господи, покрой меня женишком. Ну, вообще-то понятно, о чем речь идет, но... Где молитву-то считать-то и кому? Молитва. И мы зашли на Покров, в Москве там греческий храм есть, как раз на этот день. А у них обыкновенная служба. Вышел священник, мы поговорили. А я знал, но делаю вид, что не знаю. И говорю, так у вас почему, разве не праздник сегодня? А какой? А Покров. Нет, говорит, у нас нет. А Покров-то оттуда взят, от Царьграда, от Стамбула. Когда окружили сарацины и увидели юродивый, там Епифаний видел, Андрей, а Епифаний его ученик не видел даже, он ему показывал, что Божья Матерь распростерта покрывала, называется покров ее, покровом покрыла, амофором, и враг отступил, ну и что? Да греки-то не празднуют, греки! А Россия, которая вообще к ней Царьград никогда не относился, я делаю замечание, а почему не делать празднование освобождения от блокады Ленинграда? Это понятно. Больше миллиона на Пискаревке похоронили. Но почему не сделать памятную дату такую освобождения Сталинграда, что плененная армия Паулюса была? Ну, не то, что я военный, я просто говорю. Ну, смысл-то понятный, там освобождение, тут освобождение, так это конкретно. Не то, что юродивый там видел на небе, это конкретно. И почему тут не назвать имена Жукова? Я не говорю там проще, а кто участвовал в освобождении? Разблокировали Ленинград, Санкт-Петербург. Начинает задумываться, ну почему мы такие тупые-то? Андрей Кураев сказал однажды, я у него ухватил от него, говорит... Мусульмане религиозно талантливые. А вот я сказал, нужно быть религиозно талантливым. Литургию не менять, тут я не согласен. Но
Тут-то другой-то настрой можно дать. Или праздновать Сретение. Двунадесятый при том праздник. Покров-то это так, крестик стоит, только это не двунадесятый. Сретение какое? Симеон, старец. Ему 300 лет, он умереть не может. Ему Бог сказал, не умрешь, пока не увидишь Христа. Он берет его на руки и поет, ныне отпущаешь раба твоего, откуда из жизни из этой, я устал. То есть это эпитафия смерти. Ныне отпущаешь раба твоего, ибо видели вообще мои спасения твое, еже уготовясь Израилю. Понятно. А какое отношение ко мне имеет? Этот праздник вообще никак не отражается на нашей жизни. Он о смерти говорит. Он никак не говорит ко мне. Я не могу взять еще. А почему не отметить этот праздник, Сретение оставить и отметить, когда Саул встречает Христа на пути? Преображается в апостола гонитель. 14 посланий. И в это вмонтировать то, что каждый из нас когда-то встретился со Христом, еще будет Сретение на суде Божьем. Вот это все вложить. Вот это ода настоящая будет. Нету тупые мы все-таки православные. И вот поют и стихирные, но я ничего не добавляю. Пускай составят там академисты, профессора, Осипова пригласить. Ну, кто там есть такие знающие, это и составить богослужение на то, как Савл превратился, обратился, Сретение произошло на пути в Дамаск. Ну, это более важное событие, которое отразилось на нас. Через Павла и мы познали, как язычники Христа, его 14 посланий. Нет, не слушают. Нужно создать что-нибудь свое русское, создать новое, захватывающее душу, сердце, чины литургические. Дальше протоиерей Щукин С. потребовал открыть двери свободному творчеству священника. Это нет, я с этим не согласен. Но я печатаю все, что тут есть, какие книги есть. Следовало бы допустить в наше богослужение личное творчество священника и вообще свободное творчество родного русского слова, да не убоятся религиозные люди. На соборе, на том, где патриарх Тихон был, председательствующий Белавин, там было сказано, могут служить, но если перевод какой новый, отдавать его на рассмотрение синоду. О, вот это правильно. А вот мы пошли средним путем. У нас две общины, Крестовоздвиженская в Барнауле, Потеряевке, Свято-Анфимовская. У нас церковно-славянский язык-то, но библейское, что считается, повторяю, считается, не поется. Мы считаем прямо по синодальному изданию Библии. По синодальному, никакого другого. А синодальный он и так одобрен. Издают по благословению патриарха и Алексея, и Пимена, и Кирилла. И за рубежом, и баптисты, и все издают синодальный перевод. Это лучший в мире перевод. Теперь определенно уже доказано. Не просто один из, а лучший перевод. А если новые богослужебные книги, что-то там вот у Кочеткова Георгия, там они приносили, мы на это не идем. А если поется, ну там «Отче наш», это же из Библии взято, что-то, псалмы, мы поем по-церковно-славянски. Мы ничего не меняем, мы так щадяще. А псалмы считаются, и по Риме ветхозаветнее чтение, новозаветнее Евангелие послание, и притом лицом к народу на русском языке. И все теперь у нас это официально. И приезжает, когда митрополит Московского патриархата, Московского, и считает все по-русски. Эти только Библию. И только когда считается. А если поется по-церковно-славянски, видите, мы избрали золотой путь. А архиерей опасался, говорит, вам только разреши палец, вы по локоть откусите. Вроде, я говорю, нет, мы никогда не пойдем. Мы эту руку благословляющую поцелуем, а не откусим. И дальше, немножко еще. На этих молитвенных собраниях допустить личное молитвенное творчество священника и исполнение религиозных поэтических песнопений на русском языке. Если почему-либо устройство таких собраний не будет разрешено в церкви, допустить их устройство в школе или в каком-либо другом здании. А у нас это и есть. У меня вышел 16-й том, там 60 песнопений есть. Мы взяли песню «Возрождение», баптисты выпустили хорошее песнопение, там и православное стихотворение, и у нас есть обращенное из баптистов, из хора у них, и мы поем где? В трапезной. В трапезной ярло песни слушаем, и литературу сектантскую мы ознакомливаемся, мы не прячемся, но на службе ни слова, никуда мы
строгие в этом вопросе. Абсолютно ни слова, ни одного не добавляем. Считаем только Златоуста редко, когда бывает Игнатия Брянчанинова или Яна Кронштадтского. Ну, 95% то, что у нас считается в церкви, это Ян Златоуст. Это одобрено, и, ну, понятно, Златоуст, что тут одобрять-то. Итак, то есть мы пошли щадящим путем. Ну и все пока на этом. До страницы 85 до этой книги дошли. Вот, если Господь благословит, то дальше мы продолжим в следующий раз. В воскресенье у нас встречи нету, утренняя молитва, потому что идем в храм. Так, все, я отключаю. Голос подайте, кто был со мной? Я был. Игнатий Тихонович, можно вопрос? Ну, давай. Есть какое-то молитвенное правило, которым вы руководствуетесь при молитве, или все от себя идет? Ну, как бы, должно быть какое-то упорядоченность. А есть молитвослово, я понял. Вот понял, просто у меня время кончается. Понял, это в церкви продается молитвослов. Нам придумывать не надо. Там утренние, вечерние молитвы, каноны, акафисты. Вот это... Вот это и есть. Там все есть, и пасхальные каноны, все есть. Притом молитвословы разной толщины. А вот сегодня была молитва как бы на русском. А это Сергей, он взял из интернета. Ведущий, кто себе молитвы. Это разрешается. Он ведет. Мы раньше вели, у нас более строго было. Ну, у меня братья уехали, я один остался и не вижу, не слышу, так... Поэтому он ввел это все. Я отвечаю только на вопросы. Есть, все это есть. Вы можете найти на русском языке. Зарядить просто в Google, в Яндекс, и вам сразу выдаст это. Вот. Вот Сергей, когда считает «Господи» трижды, «Господи, помилуй», «Господи, помилуй», «Господи», а «Господи, благослови» не говорит. Не знаю почему, а в молитвослове везде считается. Мы говорим так. Ну, он, может быть, чем-то руководствуется, не знаю, или по незнанию. Вот было, он где-то считал, поклон земной не делали, святите. Я сделал замечание, он тогда стали делать. У него опыт небольшой в этом деле-то, а мы родились в этом. У меня за плечами больше полвека, ну, вот по Евангелию, 55 лет уже фактически. 55 лет. Я с детства верующий, а в 23 только через Евангелие уже уверовал, что Христос умер за меня. Я омыт его кровью. И спасение даровано даром. И теперь я живу для Бога. Вот это есть. Молитва слова есть. Так что вы найдете все. Просто так. Я молюсь только по молитвослову и по псалтире. А вот сегодня я первый раз так молился, но как бы мало встречал такие молитвы. Видите, я с детства приучен к молитвам, все считаю на церковнославянском языке. У меня, ну никак, и... А помилуй меня, Боже, когда считаю живые помощи, там, 120-й псалом, только по-русски. Потому что это уже библейское, надо, чтобы люди понимали. А остальное, все молитвы, считаю, по-церковно-славянски. И зачем переделывать? Они коротенькие, можно понять. А когда братья со мной рядом считают, мы по очереди утренние молитвы считаем, а они считают по-русски, ну и хорошо. То есть мы свободны в этом вопросе, и церковь это не запрещает. Мы очень осторожны в этом, чтобы не уклониться, как Сергей всегда считает, ни направо, ни налево. Ни лишнее не нацеплять, как у старообрядцев, ни одного слова непонятно. Ни в какую не удалиться, ни всех, кто не в раскол. А что мы там не находимся? Ну, доказательство одно, что мы не Киево-Стареградский символ пальцем не задеваем, и у нас близкие отношения с патриархией, мы к зарубежной церкви относимся, к православной. Вот, и приезжает, вот только что он был у нас, и заснята вся литургия. Прямо тут, на нашем видеоканале, можно увидеть богослужение полностью, сейчас 40 минут идет. Не можете сказать? Что? Как это зарубежная православная церковь? А которые, когда потерпели белое поражение, около 7 миллионов было выдвинуто за рубеж, и они образовали там синод, епископы православные. Ну и синод так и был. А потом все это, ну вот, благодаря Путину Владимиру Владимировичу пошли навстречу друг другу, патриарх Алексей тут, и акт о каноническом признании. О соединении речи и не было даже. Это они потом уже по-другому не могут, патриархийно затянули все общины. А остальные разбились на 13 юрисдикций, то есть они поторопились и все дело испортили. А мы вообще никуда не двинулись, две общины. Как были, так и остались. Мы вообще неподвижные.
никуда. Но у нас хорошие отношения с патриархией, мы ходим в храмы, они к нам приезжают, вместе служат, архиереи служат. Вот сейчас только у нас был день деревни, приехал митрополит, и все вместе служим. То есть мы едины, это наши архиереи. Но мы, над нами они не имеют власти, они не могут ни запрещать, ничего. Вот так. Я отхожу, до свидания. Счастливо. Храни вас Господь, с Богом. Так, выключайте. Отключитесь там. Вот так.